приветствую вас, и судя по описанию, получается так, что брат на вас вмещает какую-то свою негативную энергию, негативные эмоции. И вот первое, что вам нужно сделать, это безусловно пытаться с ним поговорить, объяснить ему, что так делать нехорошо, нельзя. Выяснить, что может его раздражать, что может способствовать такому поведению, постараться помочь ему в преодолении проблем для того, чтобы мужчина, собственно говоря, ну, начал вести себя поспокойнее, более уважительно к вам. То есть поднятие руки, агрессия – это следствие какой-то внутренней его проблемы. И вот раскрытие этой проблемы поможет вам эту агрессию снизить. Конечно, это при желании, если ваш брат идет на контакт. То есть вы не написали здесь причину, по которой он вас принимает. То есть вы пишете, что ни за что. Но он же не может подойти и просто так ни с того ни с сего вас ударить. Есть какая-то причина, есть какой-то момент, есть какие-то обстоятельства. И у этих обстоятельств есть что-то общее. И вот это что-то общее желательно проанализировать. Вычленить элементы, которые могут брата раздражать, и подумать, почему они его раздражают. И постараться решить вместе с ним его проблему. Помнить вам стоит, как сказать, братом побыть наедине. То есть просто вот побыть наедине с братом. И выяснить все, откровенно поговорить. Не при его жене, не при вашей маме. А именно вот один на один. И тогда вам будет понятно, что, как и почему. Может быть, брат чем-то с вами поделится, может быть, вы как-то сможете ему донести, что то, что он делает, вообще является морально неприемлемым. Но в любом случае, как вариант, это поможет вам. Если эффекта никакого не будет, ничего не остается, кроме как подачи на него в милицию, потому что нанесение побоев и уголовное преступление, которое наказывается соответствующей мерой пресечения. Тут необходимо заявление в полицию и представление доказательств в виде ваших синяков, ударов и так далее. Других вариантов решения проблемы, к сожалению, нет. Либо человек идет на контакт хоть как-то, и с ним можно прийти к какому-то решению, к какому-то компромиссу. Либо применять силу и защиту, если вас больше некому защитить. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.